Рассказывает генпроектировщик проекта. Значит, при каких условиях был конструирован мост? 20 кубических метров бетона здесь растрачено. 20 кубических метров. Что ж, немало. Самый большой швеллер в Чилину. Не бывает, конструктор утверждает, что... 45 сантиметров. Пожалуйста, данный мост прослужил яблоком раздора между двумя соседствующими кланами. Оказывается, не все так просто в этой жизни. В этой жизни, даже если хочется что-то прокомментируйте, пожалуйста, Александр. Как часто бывают такие? Обратитесь к маме. Очень часто, к сожалению, бывает. Жизнь такое. Когда хочется делать добро, а люди с завистью смотрят на такие вещи. Че? Ну, тогда перейдем к следующей теме.